always local. We show that we paving the road that's opposing the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that, I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. But rockets is the 09 jump off. Yeah, yo, last name Pan, first name Peter. I know you see me playing and you want me to teach you, but I stay elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha. Getting R-E-S-P-E-C-T. Fly by, see the looks on your faces, cause I'm in full E-F-F-E-C-T. Jet setting on a daily basis. David F, man, you don't stop. David, David, you don't stop. He came to rock it till the city takes off. Дорогие выпускники, уважаемые родители выпускников, преподаватели и другие гости, которые присутствуют на этом очень торжественном событии. Сегодня мы собрались здесь, чтобы в неофициальной обстановке отметить ваше успешное окончание вашего обучения в нашем институте. О том, что ваше обучение было действительно успешным, говорят много факторов. Ваши жизнерадостные, веселые лица, то, что вы действительно успешно закончили с высокими оценками все итоговые испытания, экзамены, защита дипломов. И в итоге вы буквально 24 июля в 14 часов в органном зале областной Иркутской филармонии будете получать диплом. Причем каждый пятый из вас получит дипломы с отличием. Вот 20% краснодипломников, на наш взгляд, это очень успешный показатель высокой успешности. Но другим фактором, без сомнения, является то, что сотрудники, действующие сотрудники прокуратуры Иркутской области, руководители прокуратуры Иркутской области, сотрудники, руководители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, а также советник генерального прокурора Ковалева Ирина Семеновна, они как один высоко оценили ваши знания, вашу подготовку, поэтому мы уверены, то есть мы преподаватели, я думаю, родители, уверены в том, что вы сумеете реализовать все полученные знания в своей практической деятельности. Поверьте мне, вас было удовольствием, учить вас было удовольствие. Расставаться с вами сейчас грустно. Вместе с тем нам радостно за то, что вы выходите высокими специалистами, и в этом есть частично и наша заслуга. Поэтому от лица всех преподавателей, которые, конечно же, сами хорошо скажут вам добрые слова на пусте, я вам желаю удачи, счастья и благополучия. Будьте здоровы! Ура! Спасибо большое, Валерий Александрович. Далеко не уходите, пожалуйста, я хотел бы немного побеседовать. Возьмите микрофон, он вам может еще пригодиться. Ну давайте так, во-первых, я хотел бы, чтобы сейчас поаплодировали только те, кто получит 24 числа дипломы с отличием. Слушайте, ну здорово, действительно, так и есть, примерно 20%. Правильно ли я понимаю, что дипломы ребят получат только дней через 5, поведение их на этом банкете напрямую зависит. То есть краснодипломников может стать меньше, верно? Нет, мы просто не дадим дипломы. А, дипломы не дадим. Ну, я согласен с вами, обращаться с этими людьми, конечно, грустно, потому что они уже теперь перерастают в таких настоящих монстров. Теперь они уже профессионалы, и теперь уже будем общаться со всеми вами на равных. Спасибо вам большое, вам аплодисменты. За все годы, друзья, но я думаю, самое время поднять бокалы, пожарить стаканы за все вышесказанное, за тост от директора института. И пусть прогремит наша проигранная, дважды короткая, третья протяжная, 3-4! Ура! 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 Стаканы. Сергей Альбертович уже здесь, мы вам аплодируем, мы вас поддерживаем. Прошу. Здравствуйте! Пять лет тому назад, когда вы поступали 17-18-летними в наш институт, вам наверняка казалось, что 5 лет – это как минимум полжизни. И вот эти 5 лет промелькнули незаметно, быстро, с успехами, разочарованиями. И все это вместе зовется жизненный опыт. И я думаю, вам очень в этой жизни повезло, что этот жизненный опыт, один из первых жизненных опытов взрослой жизни, вы получали в нашем институте. Ваш правый курс лично мне, лично у меня в памяти останется как
очень творческий курс, как очень спортивный курс, ну и, конечно же, наукоемкий. Сколько вами заработано дипломов, грамот, кубков, медалей на так называемых состязательных студенческих научных мероприятиях, наверное, сложно посчитать. Я с большим сожалением вынужден констатировать факт, что не будет у нас больше в ближайшее время волейбольной команды с уходом, прежде всего, Толика и Булата. Вот, бакалавриат также закончил еще один наш центровой, Макс Захаров, да, то и вот я, честно говоря, ну, по этому поводу грущу. Ну, конечно же, сегодня будет время и место для смеха и грусти. Рано еще и плакать, еще не вечер. Так получилось, что вы наши последние из магикан, последние из специалистов, последнее отражение советской системы образования. Мы, все ваши преподаватели, тоже учились в течение 5 лет в институтах, но нас не называли специалистами, правда, мы таковыми все равно стали, да? И поскольку вы учились параллельно с бакалаврами, и все-таки слово «специалист» для вас уже как отличительное, да, от бакалавров, от магистрантов. Я желаю вам на вашем жизненном пути высоко нести звание специалиста, выпускника Иркутского юридического института филиала Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С праздником, друзья, и счастливого пути! Мы успокоимся, что было.
обученные мальчики выходят сюда к нам не с пустыми руками. Сергей Альбертович! А он уже как встал, он уже сразу пошел. Идите к нам. Сергей Альбертович, идите к нам сюда. Идите к нам и покупайте любую квартиру, любую картину, 300 рублей всего лишь. Сергей Альбертович, вы такой же мудрый, классный, как этот я. Теперь представляете, у Сергея Альбертовича будет висеть портрет Владимира Владимировича и лев в кабинете. Ну давайте продолжим, Танюш, кто у тебя следующий на очереди? Владимир Николаевич Шиханов. Я вам дарю такую картину. Она с ребенком и она с мотоциклом. Это вам. Счастья вам. Этот мотоцикл до 50 кубов, у него объем, поэтому права на него абсолютно не нужны, поэтому даже ребенок может водить, поэтому все юридически грамотно на этой картинке. Аплодисменты вам, спасибо большое. Татьяна, продолжайте. Мой научный руководитель Яна Юрьевна, спасибо вам большое. И этот подарок для вас. О! Пусть она будет вашим талисманом. Пусть она будет вашим талисманом, всегда носите ее с собой в сумочке. Ну и последнее, заключительное. Ну и мой кумир. Кумир во всем, как женщина, как преподаватель. Это, конечно же, Светлана Валерьевна. Аплодисменты, друзья! Ну что, на этом, Танюш, попрошу тебя не уходить, парни, не уходите, любой физический труд должен быть оплачен по 500 рублей. Опа, смотри, не растерялся, подобрал, да. Вам спасибо, ребят, присаживайтесь, Танюша, останься здесь на секундочку со мной. Скажи, пожалуйста, какое происхождение имеют эти картины, кто их рисовал? Может, ты, пока на анты люди отвернулись, быстренько прихватила и побежала. Расскажи, как произошли эти картины, кто их автор? Как-то я, произошли они дома. Слушай, подожди, такой вопрос. Ты сколько лет училась, 5 или 4? 5. 5. А какой диплом у тебя? Специалиста. Нет, я имею в виду... Отлично! Есть, да и ладно. Ну, красный или нет? Синенький мне больше нравится. Синий, да, я заметил. Ну, слушай, это вот потрясающе, друзья, когда человек учится на таком достаточно нелегком, наверное, да, в нелегком таком вузе, в нелегком институте, и совмещает прекрасное с полезным, с необходимым. Татьяна, тебе тоже аплодисменты, как начинающему художнику у нас работает программа поддержки юных талантов. Под аплодисменты. Первые деньги для тебя. Спасибо тебе большое. Возвращай микрофончик, присаживайся. I'm so
вас, Александра Шмагорова и Иван Легкодимов, ваши аплодисменты нашим зачинщикам. Группа Алексеева, Бальминова, Башинова, Болтова-Рюна, Кандама. Прям все, так вот на занятия ходили. Година. Поехала заправлять огнетушитель. Дашиева. Кузнецов. Где Кузнецов? Лавыцина. Матвеева. Макуш Виктория. Моторина. Мукалова. Староста, где? Понятно. Панов. Полевик Чернышова. Хорошо. Радаев. Синникова. Спиртова, староста. Суслова Шипицына. Опаздывает. Филиппов. Как всегда оригинально. Китеркеев. Юрышев. Не спит. Молодец. И самые посещаемые. Третья группа. Базарова. Опаздывает. Вататуренов. Беляевский. Thank you.
Так, четвертая группа, выйди. Друзья, я думаю, что... Михаил Куликов же у нас еще. Алексей Ранченко, пожалуйста. Друзья, пока четвертая группа сюда выходит, я хотел бы еще одного человека узнать, здесь он или нет. Румянцев и Витерина. Все понятно, все понятно. Можете продолжать. Давайте аплодисментами поддержим четвертую группу пятого курса. Любимые дети любимого вуза, вы наши проблемы, и вы наши музы. Надеемся, вы получили от нас и знаний, и опыта твердый запас. Мутатис, мутандис, реальность сурова. Запомните наше прощальное слово. Что нет крепче нашего с вами союза. Любимые дети любимого вуза. Души мы вас сегодня поздравляем. Не будем стиль менять, и если поздравлять, стихи и песни мы вам будем посвящать. Мы понимаем, какая прелесть, наверное, в яблочко попасть почти не целясь. И есть надежда в нас, что свой победный шанс легко поймаете еще не раз. Мы вам желаем любви и удачи, еще зарплату получать без недодачи. Желаем побеждать и в меру рисковать, фортуну трепетно в объятиях держать. Теперь возьмем мы аккорд финальный, пусть он в жизни останется нормальный. А после праздника здоровья поутру, целуем, любим, коллеги.ру. Целуем, любим, коллеги.ру. Коллеги, точка ру! Мы получили 4 года, друзья!
extreme. Proud in the clouds on the boom in your precinct. I'll hop no trampoline. Black box in the pocket of my jet jeans. Shine with the stars so bright. Even NYC sees me. Get that. I see London, I see France. Now ladies, bounce in my turbulence. Drop down from the sky like manna. All the way from Alabama to Copacabana. Back to the west side where I reside. So, excuse me, do you care if I drove to the ball, but take the best guys. We deep on a stand and let the hook. David, David! We так, смотрим, улыбаемся. Отлично, по-любому кто-нибудь моргнул.